Здравствуйте всем, я Наил. Ну, все прекрасно знают, что меня осудили. Вот, дали 4-3 года почти условно. Вот. Ну, что хочу сказать вам. Я не террорист. Все, что написано, это может быть и в шутку. Но я во всем раскаиваюсь. Я не угроза для общества. Поймите меня, пожалуйста. Вот. Что еще скажу, конечно. Ну, если вы думаете обо мне как, не знаю, вот по моему внешнему виду, что я там угроза, ну, имейте в виду, я из порядочной семьи. Мой отец бывший сотрудник МВД, мать медсестра. Я горжусь ими, я их люблю. Мне брат хорошо учится, сестренка еще младшая, только еще в школу идет. Ну, что еще скажу, сам хочу уже восстановиться на худграф обратно. Сам я человек творческий, люблю рисовать, я актер. В любом случае. Люблю сценки сочинять там, людей веселить. Не из тех и людей, то что думают обо мне там власти, не знаю кто. Я всех вас уважаю, в любом случае. Просто не знаю, почему ты такого докатилось. Вот, именно признали меня таким, как, не знаю, угроза для общества, не знаю, там, я террорист там. Я вас всех уважаю, конечно, в любом случае, потому что вы для меня все люди. Будьте добры, простите меня, пожалуйста. Я во всем осознаюсь и раскаиваюсь. Я обещаю, за все эти 3 года, что мне дали условно, или 4 даже, я постараюсь исправиться. Я всех уважаю. Спасибо большое.